Точные модели самолетов, военная хроника и образцы реального вооружения для учащихся Тамбовского педагогического колледжа провели экскурсию в музее летного училища. Активисты Общероссийского народного фронта регулярно проводят ряд патриотических мероприятий в преддверии Дня защитников Отечества. Воспитанникам колледжа показали экспонаты Второй мировой войны, исторические архивы, рассказали о реально существующих самолетах. Самолет четырехдвигательный, турбовинтовой, оборудован дозаправкой в воздухе, тоже в принципе может летать до бесконечности, но до бесконечности летать нельзя. Тамбовского высшего военного авиационного училища уже нет как такового, однако музей продолжает хранить историю всех выпускников и преподавателей, многие из которых являются героями Советского Союза.